тоже хотели дом построить там, но мы отвоевали. Все нормы нарушены. А как называется фирма? Он что-то сказал? Вот и фирма, которая написана. Я имею в виду там, в ответе есть фирма. Название фирмы, кто инвестор вот этого строительства. Говоря, заключу с вами. Они если там не будет написано, что вы отвечаете, если техника выйдет у меня из строя по вашей вине, что вы мне ее восстановите. Такой пункт должен быть в договоре. Его нет. Их обязанности и наши обязанности. А не всех. А пенсионеры что? Ну, сейчас поставят этот башенный кран. И будет он крутиться. Да вот оно, видите, что они откидываются, бивали, оно как бы там, а сейчас вот смотрите, а что это что они стоит и какое тянут? Расстояние. Что она тянет? Они оборвали вчера телевизионные кабеля. И еще там шли номера, эти самые. Сейчас восстанавливают. Они все пообрывали. Это же сантилит восстанавливает свои кабеля. Но они должны заплатить. Я не знала, я живу в той, где-то.